ваш загаданный мужчина, вот он сидит в компании. Ой, Боже мой, да шо ж це за горе, це таке, сердце разбите в него, а божечки, а боже, матінка моя рідна, да шо ж це таке коїться, біднесеньки, серденько йому розбили. Сердце у меня разбито, девушка, одна женщина ушла, ушла она, освободилась. И ты ж меня и приворожила. А, Боже, все на кучу, да? Но мужчина, на мужчину крыса выходит. А девушка ж такая моя, моя судьба. Судьба, судьба, судьбинушка. Такая ж она и благородная. Благородная – это благородная, а марионеткой была, да? Что ж ты такую благородную, а? За веревочки-то дергала, а? Скажи мне, пожалуйста, вот сегодня такой праздник. Да? Почему ж ты ее за веревочки-то дергал, раз ты понимаешь, что она такая благородная? Чего ты ее за веревочки-то дергал? Мне страшно. Что тебе страшно было? Мне страшно. Играл с ней. Ну, играл. А зачем же ты играл, дружочек? Завидовал. Ну, я ей просто завидовал. Вот и все. На этом, пожалуй, можно расклад и заканчивать. Я ей просто завидовал. Ну и что? Ну, сейчас. Сейчас. Так, выпала карта Таро. Или он обращался к какому-то специалисту гадалки, или смотрит Таро тоже. Так, а почему же ты завидовал? Почему завидовал? Она болела. Тяжело было. Она сильно страдала. Вообще по судьбе эта женщина. Она как мой крест. Почему завидовал, скажи? Ссора у нас произошла. Черная кошка между нами пробежала. Какая еще черная кошка? Слушай, алкоголь пьет мужчина. Или он тогда пил, или сейчас пьет. Черная кошка, да? Вот черная кошка виновата. Че ты ее за веревочки дергал, скажи? Хотел изменений. Сплетничает сейчас. Работать, работать надо было. Она любила меня, верная была. Что, решил просто вот так вот поиграть с ним, поманипулировать, да? А. Смотрите, на то время, когда еще вы вместе были, да, вот говорят, что он вас за ниточки вот дергал, вы у него как марионетка были. Или у вас был еще какой-то мужчина на примете, или он так думал. Вот из-за этих страхов, что вы уйдете, потому что тут страх карта вышла, зависть. Да, из-за этих страхов, что вы уйдете к нему, выберете какого-то другого мужчину, даже если у вас и не было. Но это у него в голове было, потому что карта самонастрой, где она тут, и страхи, и карта самонастрой. Такое ощущение, что он сам себя вот накрутил, что она может уйти. Да, вот ссоры у нас начались, но женщина-то видная. Есть на что посмотреть, как говорится, правильно же? Вот такая вот украинка, строптивая. Может на место поставить, да? Ну, конечно, тут не важно, какой национальности. Но женщина такая тоже за себя может постоять, когда довели, да, довели. И, скорее всего, вот у него как страхи. Вот он сам себя накручивал, что вы можете уйти к другому мужчине, вы выберете другого. И вот поэтому он вас подсадил на вот эти манипуляции, чтобы вы никуда не могли уйти. Чтобы полностью эмоционально зависели от него. Боялись, что он уйдет. Понимаете, вот... Все, что человек сделает с другим, это он сам от этого страдает. То есть, когда мужчина сажает женщину на манипуляции, да, чтобы вот она зависела от него, не могла никуда уйти, в первую очередь он сам внутри боится, что его бросят, понимаете? Он сам внутри боится, что он окажется лох, которого кинут, которого не выберут. Он сам внутри не чувствует себя достойным, не чувствует себя достойным любви, настоящим мужчиной. Поэтому, чтобы предупредить это, да, вот лучшая защита – это нападение. Чтобы не произошло так, что вы его кинули, этот мужчина ведет женщина себя так, что он ее подсаживает, он ее ставит в зависимое положение, чтобы она уже наверняка от него никуда не ушла. А причина вся корень кроется в его внутренних страхах,
что он понимает, что он не такой и уже привлекательный и достойный мужчина, ради которого вот женщина может вот выбрать его, короче. То есть он, кроме манипуляций, он для себя вообще не видит, что он не признает, что его женщина может любить искренне просто так. То есть единственный возможный способ, как удержать женщину, это только манипуляции. Потому что он внутри не чувствует, что я достоин того, чтобы меня просто любили. И для этого не нужно прибегать к каким-то манипуляциям, играм. Вот карта показала, что мужчина играл с вами, вашими чувствами, судьбой вашей. То есть других методов он не знает. А все вот в его, проблема в нем. Неуверенность, закомплексованность. Сам не умеет искренне любить. Соответственно, он не ждет этого от других. Он понимает, что меня тоже не за что любить. И единственный способ удержать женщину – это только играть на ее чувствах, играть на ее эмоциях, манипулировать. Все. Вот тут вот так вот. Скорее всего, никакого соперника не было, а действительно вот он себя сам накручивал и он играл. Ну, а вас, говорят, защищают. Ой, ну супер. У вас сейчас жизнь наладилась. У вас какая-то сейчас в жизни пришла ясность. Я уже понимаю, как мне жить дальше, что мне делать, в каком направлении двигаться. Если я пока не могу двигаться, я лежу в этом направлении. Да, я уже знаю приблизительно, чего я хочу в своей жизни. Да, этого нужно еще добиваться, достигать, реализовывать. Но, по крайней мере, какая-то ясность у меня уже есть. Да, вот про вас говорят. Так, хорошо. Ну вот ты сидишь сейчас в компании. В компании выпиваешь. И что ты говоришь про нее? Боже, а знаете, вот мужики, такой я дурак был, ну лох просто, ну вот лоханулся, да. Она для меня подарок был. Подарок. И она же такая работящая лошадь, на вас лошадь вышла. Девушки, женщины, почему на вас вышла карта лошадь? Работящие были, да? И все это вы на себе тянули. И зарабатывали, и семью тянули, и какие-то бытовые хлопоты, кредиты сама выплачивала, да, и детей сама возилась с детьми. Ну, все сама, вот как эта ломовая лошадь. Вот она для меня подарок была. Блин, ну вот она же все делала. Все делала, а я вот так лоханулся, да. Вырвалась. Вот, а еще одна карта. Всадник на лошади, да. В две лошади. На этой же лошади, да, на этой же энергии вы и вырвались. А он хочет встретиться. Говорит, что хочу с ней встретиться. Ну, а вы отзеркаливаете. Он, получается, он следит за вами, но то ли вас вот защищают высшие силы, он полностью, получается, вас как закрывают, и он не может узнать все нюансы вашей жизни. Как вы, что вы. Да, он-то следит, наблюдает, возможно, там у кого-то расспрашивает или пытается как-то узнать, что у вас в жизни происходит, но он до конца всех событий не знает, потому что от вас это вот отзеркаливает. Во-первых, весь негатив от вас отзеркаливает, и во-вторых, вы вот видите, вот как это зеркало, вы закрыты от него. Да, какие-то там фотки он может смотреть, что-то он о вас узнает, но все равно как будто бы такое ощущение, что высшие силы вас закрывают, чтобы он не мог узнать полностью всю вашу жизнь, кто вы, что вы, чтобы у него не было возможности причинить вам какой-то вред. Допустим, он не может там до вас и не дозвониться, ничего, не прийти не может. Ну, то есть какой-то вот барьер, ограничитель. Можешь смотреть, но близко ты к ней не подойдешь. Да, ты можешь там что-то, какие-то фотки смотреть на нее вот с расстояния, но близко ты к ней теперь не подойдешь. Вот какое-то вы как будто бы защищены вот как куполом. Кстати, девочка одна просила у меня в комментариях какой-то элементарный способ защиты. Ну, смотрите, элементарный способ защиты вот как раз по этому зеркалу, зеркальный купол называется. Вы, когда выходите из дома, мысленно представляете себе, вот, что вы находитесь в таком зеркальном куполе, причем зеркалом туда, наружу, вот как здесь, вот на этой картинке, то есть чтобы зеркало было наружу. Вы мысленно представляете, что вы находитесь в этом зеркальном куполе, вот так вот, с головы до ног. И тут над макушкой тоже все полностью закрыто, зеркалами наружу. И вы себе представляете, что... И когда вы где-то находитесь в общественном месте, в общественном транспорте, вы тоже представляете, что вы в этом куполе, и все мысли, все взгляды, которые направлены на вас, они отскакивают.
и, соответственно, возвращаются этим же людям. Это вот такая элементарная защита, зеркальный купол. Так, и что? Говорит, ну, хочу с ней встретиться. Ну, она хитрая такая. Почему хитрая? Почему она хитрая? Скрывается от меня. А, я поняла. Также по этому зеркалу он думает, что вы как будто бы вот нарочно скрываетесь. Не просто так получается, а целенаправленно вы не хотите с ним контактировать. Ну, правильно думаете, да? Ну, если это действительно так, что вы осознанно от него скрываетесь, не хотите лишний раз контактировать, там, встречаться с ним, общаться, разговаривать, то правильно делаете, говорят карты. Угу. Для вас это будет лучше. Как минимум, энергию свою сохраните. Да. Энергию надо вот отсекать по этой косе. Отсекать надо любые контакты, вам говорят. В принципе, вот с этим мужчиной в частности, да, ну и вообще. Как-то вот надо вам смотреть, да, с кем общаться, а с кем нет, и отсекать любое общение. Быть хитрой вот такой лисичкой, быть себе на уме. Да, вот такой доброжелательной, как бы доверяй, но проверяй, но все-таки быть себе на уме. До конца не рассказывать о себе какую-то информацию, до конца не быть такой вот просто открытой, да, потому что, как известно, когда вот ты полностью такой вот нараспашку, то тебя легче распять, да. Быть немного вот такой хитрой лисой. С таким вот прищуром. Не рассказывать о своих планах, о своих мечтах, о своих желаниях. Вот так вот. О погоде, о природе поговорили, и все, будь здоров. Угу. То есть, говорят вот для вас советы. Вот не бесить людей, не бесить своим успехом. А у вас, скорее всего, сейчас идет успех, потому что и лиса по лисе, лиса кто такая, зверек, она всегда что-то добудет, да? Она, как говорится, ну, такая вот, как пронырливая, да, она в потерях не останется. Она всегда за свои интересы, да, будет хлопотать за свои интересы. Да, и по рыбе у вас сейчас идет вот налаживание финансового положения, здоровья. В принципе, вот эмоциональное состояние как-то у вас уже улучшилось, улучшается, по крайней мере, понемножку. И вы этим и многих людей бесите. И вот и этого мужчину в частности тоже. То есть вот лучше будет, да, вот и ставить этот купол зеркальный, чтобы люди как будто бы вот они будут на вас смотреть, но они вас не будут видеть. Вот такой будет эффект. То есть они вроде бы с вами разговаривают, смотрят вас, но они вас не видят. Понимаете? Вы защищены. То есть вот такое будет как не иллюзия, а как вам это, как вам объяснить, чтобы вы поняли. Чтобы они не могли за вас зацепиться. Я смотрю на нее, но это как вот сквозь. Но я ее и не вижу. Не вижу ее достижений, успехов. Им не за что будет зацепиться. Вот так вот. Есть тоже такая техника, когда техника защиты, чтобы человек видел тебя, смотрел на тебя, но не видел. Чтобы, опять же, вот лишний раз там не глазил, не завидовал, чтобы вы лишний раз не бесили вот своим видом, своим успехом. Говорят, вот с этой косой быть. Просто отсекать ненужные контакты, лишний раз вот не провоцировать людей. Угу. Так, ну хорошо, мужчина вот сказал, что хитрая вы, хочет встретиться. Ну, расклад такой сумбурный, конечно. Хочет встретиться. Хитрая. А, так вот, на чем я как бы остановилась, что получается, он за вами смотрит на вас, но вас не видит. Он до конца не может понять, что с вами происходит, что у вас в жизни. Хочет встретиться. А зачем тебе? Ну, говорит, между нами горы, расстояния, препятствия. Боже мой! Боже ты мой! Господи! Куда? Кому надо свечу поставить? Любовь. Как же он, мужики? Ну вот я ее люблю. Ну люблю я ее. Что я могу поделать? Расчувствовался прямо. Ну надо же. Но между нами, ну наши дорожки разошлись. Разошлись наши дорожки. Угу. Ой ты, Господи. А она ж для меня вот... Я вот понимаю, что она для меня вот этот маяк, луч света. Вот как бы у меня там сейчас в жизни не было плохо, вот я про нее подумаю, мне на душе легче становится. Вот как-то, знаете, вот или на душе, или в сердце, или в уме вы всегда с ним. Но это не то, что, знаете, это не по вашему желанию, он скорее вас держит, ваш образ у себя в сердце. Такое вот, знаете, утешение. Подумал о вас. Там помечтал что-то, и как-то ему на душе легче стало. Хотелось бы ему быть рядом с вами сейчас, вот по этому медведю. Хотел бы быть рядом с вами, защитить вас. Ну, и
обвиняет себя. В чем ты себя обвиняешь? За того, что выбор был на выборе. И что? И что ты на выборе был, и что? А в чем ты себя обвиняешь? А мне не нужен был никакой выбор. Вот она, вот это единственная женщина, которая нужна мне на самом деле, по сути. А я вот что-то там вот дурака выбирал, все думал, что меня ждет что-то лучшее, что-то покрасивее, получше, понадежнее. Я был растерян. У меня столько вот нахлынуло вот это несколько возможностей выбора, и я растерялся. Я растерялся, как-то вот, да, такое ощущение, что и вот сам себя с толку сбил. Да, сильно обижается. И на себя обижается по карте самобичевания. Самобичевание, вот в душе у него такое, вот кошки скребут, и хочется кричать, плакать, потому что уже не вернешь, вы уже находитесь под защитой. Уже думай, не думай, там рыпайся, не рыпайся, а вас уже сохраняют, чтобы он с вами не контактировал. Даже если вы хотите с ним помириться, даже если вы его ждете, но, девочки, там карта вышла, высшие силы вас защищают. Это для вас будет лучше. Он уже с вами не сможет никак взаимодействовать. И вот, да, он и на себя обижается, и он понимает, что и вас обидел. И тут и соперница вышла, говорит, что и эту женщину другую я тоже обидел. Ну, то есть накуролесил, да, набедокурил, накуролесил, всех обидел, себя тоже обидел. И по правосудию, а что по правосудию? Что по правосудию? Угу. Так, сейчас, по правосудию что? А, ну, говорит, что все вот по сексу, страстью был ведом, да, руководила мною страсть, вела меня страсть. Все вот хотел как лучше, подсолнух, солнце. Все вот лучшего хотел, да, лучшего. Что там меня больше ожидает. Ну, а сам себя в тупик и загнал.